Изменение при сдаче на права – дело привычное и чуть ли не ежегодное. На сей раз для тестирования потенциальных водителей решили не использовать закрытую площадку и принимать экзамены курсантов в реальных условиях. Усложнение заключается в том, что будут принимать единый практический экзамен. Как утверждает начальник ГИБДД России о том, что будут ехать со скоростью потока, и движение – это одно, а второе упражнение там добавились. И, в принципе, мне кажется, требования вырастут, сдача понизится, а для того, чтобы преодолеть этот барьер, надо будет больше катать. А если больше катать, это значит деньги, это значит стоимость обучения. Павел готовится к сдаче экзамена на грузовом автомобиле. Говорит, если бы нововведения начали действовать уже сейчас, получить водительское удостоверение вряд ли он смог бы с первого раза. По моему мнению, все-таки курсант должен в первую очередь на автодроме, где нет других транспортных средств, и он не создаст опасной ситуации для других участников дорожного движения, пешеходов и так далее. Все-таки к машине необходимо привыкнуть, получить навык вождения обязательно, а потом уже непосредственно уже в городские условия. По мнению главы российского ГИБДД, проверка на реальных дорогах позволит инспектору понять, насколько водитель, цитата, будет безопасен. Однако инструкторы считают, экзамен на загруженной магистрали добавит новичку ненужного волнения, что вряд ли поможет объективно оценить степень его подготовки. Сроки, которые сейчас есть на обучение, они все равно, по моему мнению, являются достаточно сжатыми. И человек за такое короткое время, да еще и в силу движения, которое сейчас присутствует на дорогах, он просто не способен все ситуации, которые могут быть, разобрать сразу. Новые правила начнут действовать с 1 апреля следующего года. Тем, кто не уверен в своих силах, инструкторы советуют поторопиться и получить права до часа X. Наталья Кудряшова, Владислав Шмаренков, Урал-1.